И я хотел бы позвать, вы сейчас увидите, да, позвать у нас сегодня есть друзья, это Вика, она не член нашей церкви, Вика Андреец, да? Есть такая сестричка, пожалуйста, приди сюда. Я не знаю, ее родители здесь или нет? Нету, да, она... Они не смогли быть. Пожалуйста, выйди сюда наверх, вот, да, чтобы тебя все хорошо видели. И я объясню, почему она пришла сюда. Я думаю, вы догадаетесь. Она, вот, вы ее не знаете, это неудивительно, она с другого штата. Она с нашего соседнего штата, с Небраски. И хотел бы, чтобы и брат пришел сюда. Вы его узнаете, брат Анатолий, пожалуйста, приди сюда. Да, вот видите, он идет и не с пустыми руками. Брат Анатолий Дерун, который принес ей цветочки, да, и она их приняла, да? Слава Богу. Я хочу сказать, нас не было прошлые выходные, мы находились в Небраске, и там было такое событие, совершилось, называется обручение, да, и вот брат Анатолий, он предложил сестре Вике, и они были обручены, и мы имели беседу с родителями, с одними, вот, можешь, брат Толик, встать, сестра Лида, да, вы их знаете, да, это их сын Толик, они согласились вступить в совместный брак. Мы с ними беседовали, беседовали с родителями, и мы не нашли причины, чтобы, которая препятствовала бы им. И они сегодня перед церковью, так как брат Толик, он на данный момент есть членом нашей церкви, он вступил в завет с Богом здесь, и он еще является членом нашей церкви, хотя он живет в Небраске. Поэтому я хотел бы спросить церковь, что вы скажете? Есть ли у вас какие-то, может быть, вопросы к ним? Или же... Вот кто-то имеет какие-то претензии, нет? Благословляете? Благословляем, да. Слава Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы мы церковью встали в знак того, что мы согласны, мы благословляем, и чтобы мы их благословили. Это начало. Это не есть уже... Сочетание, да, но это начало новой семьи. И знаете, я скажу, что они правильно делают, когда делают начало в церкви. При благословении родителей, при благословении церкви. Это правильное начало, это хорошее основание, это правильный фундамент. Поэтому я просил бы, давайте мы искренне помолимся за них, чтобы Бог благословил их. Брат Витя мой, ты выйди сюда, мы за их помолимся для этого нового начала, чтобы Бог их благословил и в подготовке к браку. Помолимся Господу. Боже, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и благословляем Твое имя. Господи, мы призываем Твое благословение на брата Анатолия. Благослови. Благослови это время подготовки. Благослови. Благослови и устрой сам.
Дух Святой.